Добрый день, друзья. Мы действительно рады видеть вас в стенах нашего института. История химиотерапии очень тесно связана с историей мировых войн. Впервые действие препарата иприт было замечено в ходе Второй мировой войны. Те солдаты, которые страдали от воздействия иприта, у них было замечено поражение костного мозга, то есть провалы в лейкоцитарной формуле, вы все уже знаете эти слова. И на этом основании было замечено и принято решение о том, что вот эти цитотоксические препараты могут быть использованы для лечения злокачественных опухолей. И основные принципы работы и, естественно, осложнения нашей химиотерапии, они вытекают все отсюда, от действия препаратов цитотоксического действия. Вы все, видимо, пациенты, либо их родственники, и прекрасно знаете, что химиотерапия в основном вводится внутривенно, в большом своем случае, поэтому и осложнения вытекают отсюда. Побочные действия свойственны всем видам химиотерапии. Это не зависит от того, правильно проводится химиотерапия или нет. Осложнения бывают всегда, той или иной степени. Это априори так. Поэтому попробуем учиться работать, чтобы этих осложнений было меньше, либо попытаться все-таки их избежать. Даже новые препараты, так называемые таргетные, целевого воздействия, и то, работая с ними, мы понимаем, что осложнения на них возникают. Ну вот это пациентка с хорошими венами, да, но не у всех, к сожалению, наших пациентов такие вены могут быть. И тогда мы прибегаем к каким-то ухищрениям, пытаемся усилить работу вен, увеличить их доступность. Для этого возможно обертывание горячих вен, накладывать манжеты на вены. Следует достаточное количество жидкости пить до того, как вам проводят химиотерапию, и возможно применение теплых обертываний. Это основное на вены. Значит, возможно тренировка вен, пока это еще возможно, работая эспандером либо мячиком, как обычные спортсмены. В любом случае, при внутривенном введении нередко развиваются осложнения. Вы все это, наверное, видели. Вот такого вот характера. Это более свежие осложнения. Это уже через некоторое время. Сохраняются они на недели и на месяцы. Это мешает пациенту. И не столько жить, вот такие вот осложнения, как бы, да, они не при... Но это косметический дефект в первую очередь. Не очень это нравится нашим пациентам. При неправильном тактике, при попадании препарата под кожу, могут развиваться вот такие контрактуры, например. То есть если не вылечить вовремя, то могут, я не знаю, видно ли на слайде, это могут развиваться вот такие контрактуры в зоне некроза тканей. Зуд эритема, то есть покраснение кожи по ходу вены во время введения препарата, могут встречаться часто. Не всегда это ведет к каким-то серьезным осложнениям. Это может проходить через некоторое время и не приводя никаким некрозам и изъязвлениям. Обычно достаточно просто поднять руки вверх и приложить тепло или холод. При попадании некоторых препаратов, таких как доксорубицин и пирубицин, вы их, как правило, называете красная химиотерапия, могут возникать вот такие вот изъязвления, которые, в принципе, очень часто самопроизвольно не исчезают, не купируются, приходится обращаться к хирургам. Ну и, естественно, так как мы очень часто используем наши вены, это повреждающее действие усугубляется. Мы вводим препараты. И ежедневно, вы знаете, такие циклы есть. И раз в неделю, и раз в три недели. То есть чем чаще вводим, тем чаще мы вызываем вот такие вот изменения. Естественно, мы стараемся профилактировать эти изменения. То, что здесь написано на слайде, это то, что выполняет медсестра. То есть она в достаточном количестве разводит препарат. Если это возможно, по инструкции, по введению препарата, препарат вводится болюсно, то есть шприцом, медленно. Вы, наверное, заметили, что есть разные сроки введения препарата. Есть препарат, который вводится в течение 1 минуты. Есть препарат, который вводится в течение 5 минут, сестра стоит со шприцом. Есть препараты, которые можно развести достаточным количеством жидкости, тогда токсическое воздействие на стенку будет меньшим.
Есть инструкция, что инъекции должны проводиться попеременно вены обеих конечностей. К сожалению, не всегда это получается. Вы тоже все видели таких пациенток, либо это после мастектомии, когда мы боимся пунктировать вену, чтобы не вызвать отек на руке с прооперированной стороны, либо уже при развившемся лимфостазе вену не пропунктировать. То есть мы все время мучаем одну и ту же руку на одних и тех же венах, либо наши сестры, они опытные и пытаются найти доступ на ноге, на тыле кисти, еще где-то, да. Вот. Что делать, если препарат попал, например, под кожу, да, то не, сестра тоже это знает, и я вам это рассказываю, что она старается обратно удалить, всосать в шприц препарат, попавший либо через катетер, либо через иглу, удаляют эти иглу и катетер и вводят определенные антидоты. Вам я не стала писать, вам это не нужно, наши сестры это знают. Ну, а затем руку следует приподнять и держать ее в приподнятом положении. Есть несколько вариантов, да, либо на перевязи, либо на косынке. Есть специальные вещи для поломанных рук, а есть можно самой совершенно спокойно это сделать и двое суток ходить с приподнятой рукой, чтобы не было оттока ниже жидкости. Ну и лечением флебитов и тромбофлебитов уже развившихся, естественно, занимается доктор. И лечение это проходит по тем же правилам, что и лечение флебита, развившегося по другим причинам. Дальше. Что делать при конкретных каких-то ситуациях? Например, при попадании под кожу, опять же, красной химии, мы прикладываем либо пакеты со льдом, либо с холодной водой. Да, несколько раз в суток, в течение суток или двух. Если возможно прикладывать аппликации с димексидом, делать компрессы. Ну и если все это сохраняется долго, нужно идти к хирургу, обязательно не дожидаясь каких-то более грубых обращений. Естественно, в первую очередь вы должны сообщить своему химиотерапевту. Мы к таким ситуациям готовы. Чего только я в жизни не видела, чем только наши пациенты не занимаются. И лепешки медовые прикладываете, и мочу прикладывают, и капустный лист прикладывают. Химический ожог на химический ожог вызовет вот ту язву, которую вы видели в самом начале. Пожалуйста, этим не занимайтесь. Холод, тепло, если вы запомнили, в каком случае как, и сообщить своему врачу. Приехать или позвонить, а дальше уже, если доктор скажет, какие-то обкалывания мы делаем, какие-то компрессы, какие-то или уже отправляем к хирургу, который знает, чем нужно заняться дальше. Ну и при попадании препаратов винкристина, винбластина, этопозита, например, уже прикладываем теплый компресс. Да, здесь на картинке показано, вы знаете, что сначала смачиваем салфеточку, потом пленку и прибинтовываем, получается компресс, тоже сутки двое. Компресс не держит сутками, на 15-20 минут. Тоже ловили всякие ситуации. Спиртовые компрессы на ожоги, на химические, не накладываются, да еще на несколько часов. Пожалуйста, этого делать не нужно. Ну и, естественно, противовоспалительное лечение – это гидрокортизоновая мазь при воспалительной реакции. Гормональные мази, их многие препараты содержат. Ну и если ситуация все-таки не разрешилась, и если это все грозит дальнейшим излечением, обращаемся к хирургу, хирург эту язву иссекает и дальше лечит, как подобает данному виду осложнений. Химиотерапия опасна не только для вас, она опасна и для медицинского персонала. У нас точно такие же ситуации возникают. То есть, и даже если соблюдаются все правила, возможно попадание, к сожалению, препарата на кожу, либо на слизистые, как медицинской сестре или доктору, так и самого пациента. Если такая ситуация возникла, руки мы обязательно промываем большим количеством воды с мылом, глаза промываем холодной водой, и обращаемся к окулисту обязательно. Если так, мало ли, я не знаю, всякая ситуация бывает. Шприц лопнул в руке у сестры, и, например, да, или капля попала на кожу. Я не буду зачитывать вам этот слайд. Единственное, на что хочу обратить внимание, пожалуйста, особенно в новых, в инструкциях к новым препаратам, отдельной строкой идет
химиотерапия должна проводиться в специализированном отделении. Вы очень часто задаете вопросы. Доктор, напишите моему врачу, он мне прокапает. Даже если он врач, даже если это медсестра, если они не прошли специальной подготовки, если они не имеют опыта работы с цитостатиками, проводить химиотерапию в таких клиниках не нужно. Мы можем написать схему. Но мы не можем расписать всего, что при этом может возникать. И доктор должен быть готов к осложнениям не только к таким, но и к остальным. А сестра должна уметь правильно развести. Поверьте мне, инструкции многостраничные к этим препаратам. Каждый препарат имеет свой растворитель, свою скорость растворения, свою систему для введения, понимаете? То есть каждый препарат имеет свои... Где-то можно работать такими иглами, где-то можно работать такими системами. Только в специализированном отделении, которое имеет для этого аккредитацию. Ну, естественно, химиотерапия, правда, наука достаточно молодая, но мы все годы считали, что вены нужно использовать до конца. Другого выхода не было. Мы хотели... То есть мы изначально боремся за вашу жизнь. Понимаете, и вот эти все наши как бы осложнения, это, ну вот мы можем где-то, мы сами часто вам говорим, мы можем чем-то пренебречь, правда? Вы часто от нас такое слышите. Перетерпите, хотим жить. И мы хотим, чтобы вы жили, и вы хотите жить. Но время идет. В принципе, ведь у нас неплохо получается. Вы живете все дольше, и мы хотим, и вы хотите жить лучше, правда? Вы красивые. Вы посмотрите, вы обижаетесь, 55. Действительно, это не нами установленный срок. Но правда, 55 – какой это срок, правда? То есть еще хочется жить, еще хочется работать, ходить в театр, общаться с внуками, общаться с окружающими людьми, и чтобы на тебя не смотрели, что это у тебя руки, как у наркомана, и что это у тебя язвы, и что это у тебя там еще какие-то дефекты. Вы хотите быть такими, как и все, правильно? Поэтому и мы сейчас все больше и больше обращаем внимание на качество жизни. Сейчас у нас уже это стало любимое слово. Поэтому, естественно, ищутся выходы, что же делать, чтобы ваши вены вот так вот бесконечно не мучить и не портить ваш внешний вид. Существует специальное устройство для введения лекарственных средств. Первый из них – это периферический венозный катетер. Те, кто лечится, насколько я знаю, в онкологических учреждениях Санкт-Петербурга, прекрасно знают такое устройство – периферический венозный катетер. В очень многих клиниках этим не занимаются сестры, работают на обычной игле. На обычной игле без катетера или через бабочку химиопрепараты вводить нельзя. Это запрещено. У нас есть свои заседания, конференции. И на обычной игле химиопрепарат вводить нельзя, потому что повреждающее действие на вену будет всегда. Как минимум препарат должен вводиться через внутривенный катетер. При правильной эксплуатации такой катетер может работать от 4 до 7-10 дней. Естественно, они требуют своего ухода, да? Значит, они должны ставиться в чистых условиях, необходимо промывать, и гепарин хранится должен недолго. В гепариновой заглушке вы все, опять же, слышали такие слова. Второй доступ – центральный венозный катетер, например. То есть это тоже катетер, но он ставится в центральный веноз, центральным доступом в вену, в крупную вену. Вот. И вот снаружи он вот примерно вот так выглядит. То есть это снаружи имеется катетер, а сама венка вот она вот туда уходит. У них масса преимуществ, естественно, его можно не удалять. Он, видите, он вводится в пустотелую вену. Но опять же, если что-то делать неправильно, если инфицировать вот тот внутривенный катетер, это одна ситуация. Если инфицировать такой катетер, это другая ситуация. Правда? Согласитесь, потому что доступ к инфекции идет уже центральным доступом. И он предполагает, естественно, еще более тщательный уход. Ну и вот так вот оно здесь, то есть в любой момент можно в вену попасть. Вот здесь заглушечка есть, препарат ввели или кровь взяли, там в любое время. Это хорошо, это доступ есть, прекрасная вещь. Вот. Но опять же, такая вот вещь у вас снаружи висит, и ухаживать за ним очень тщательно нужно.
Ну и третья позиция – это имплантируемый порт. Не так давно он у нас появился. Значит, порт – это такая вот монетка металлическая, которая маленького диаметра, он размером с монеты, да, и имеет небольшую трубочку 10 сантиметров, 10-15 сантиметров, которая уходит в яремную вену. Вот через эту пробочку вводятся лекарственные препараты. Показания к установке такого порта, их масса, я выделила специально, химиотерапия является официальным показанием, и забор, например, стволовых клеток. У нас есть гематологическое отделение, есть трансплантация костного мозга, я не знаю, есть ли здесь такие у нас пациенты. Это тоже прямое показание для установки порта. Противопоказания, естественно, тоже есть. И доктор об этом знает, поэтому... Например, нарушение свертываемости крови, снижение лейкоцитов, воспаление или инфильтрация кожи вот в этом месте, где порт будет установлен. Проведение ДЛТ – это лучевая терапия, если туда планируется лучевая терапия, сепсис, инфицирование и синдром верхней полой вены. То есть если вам доктор говорит, что в данный момент или вот данному пациенту устанавливать порт нельзя, то он это не, нельзя. Но зато это показание к установке центрального венозного катетера, вот ту вещь, которую мы смотрели изначально. Порт вшивается под кожу. Он не виден снаружи. Значит, я очень часто, когда вижу вот такую плямбочку под кожей, то даже спрашиваю, у вас кардиостимулятор, может быть, вы видели кардиостимуляторы, либо это порт. То есть он совершенно не мешает жить, вы можете купаться, загорать, вы можете носить открытую одежду и жить полноценной жизнью. Никто даже не заметит, что у вас какие-то проблемы существуют в жизни. Можно проходить МРТ и КТ, то есть он совместим с этими исследованиями. Он имеет преимущество катетера, но при этом лишен многих недостатков. И защищен от контакта с внешней средой, может работать 5-7 лет. Я на прошлой неделе была как раз на конференции в Москве по сопроводительной терапии. Докладчик профессор Московский рассказывал, что у него самый большой опыт 8 лет, например. То есть установлен порт, он работает в течение вот 8 лет уже. Вот. Устанавливают... пациентам разные комплектации, худеньким, полненьким и разного возраста. Опять же, тот же профессор, например, рассказал, что он устанавливал порт от полугодовалого ребенка, у нас есть детское отделение, до пациента 85 лет. То есть это, если есть необходимость, то такой опыт применения уже есть. В Европе такой способ лечения является золотым стандартом. В нашей стране, к сожалению, это не еще только новая опция, достаточно новая опция, не очень распространено, не все об этом знают. Даже врачи и сестры не все умеют пользоваться таким портом. Но в принципе, имея такой порт, больного можно кормить. Это истощенный пациент, да, можно вводить парентеральное питание. Возможны частые заборы крови из этого же порта. Возможно, значит, введение компонентов крови, например, да, переливание крови, если это нужно будет, там, и так далее. Очень много манипуляций можно проводить через этот порт. Как это происходит? То есть порт устанавливается под местной анестезией, как правило, в области правой подключичной области, но это не обязательно. То есть хирург и пациент выбирают сами место, где удобно пациенту, куда бы он хотел, и где доктор видит доступное место. Вот. Процедура не длительная, до получаса. Пациент недолгое время, около часа, находится в стационаре, и дальше после беседы с врачом он уходит домой. Делается обязательно контрольный снимок рентгеновский, обязательно в этот же день. Вот. Вот так вот выглядит, это внешняя картинка, да, порта, это наши пациенты, естественно, вот он, рубчик небольшой, вот этот порт. И вот, пожалуйста, сидит пациентка с подключенной системой, капается химиотерапия через этот порт. Тонкости работы с такими системами. Значит, это использование специальных игл, так называемых игл Губера, и правильное промывание порта после инфузии или забора крови.
Что такое игла Губера? Это обязательно. На этом тоже сейчас акцентируется внимание, потому что пациенты, имеющие порт и попадающие в руки к другим врачам, например, или сестрам, те говорят, ну ладно, один разочек можно обычной иголочкой проколоть. Неправда, даже один раз проколоть этой иголочкой нельзя. Порт будет разрушен. Во-первых, никто не знает действительно, потому что никто не знает, сколько таких разиков было уже. Если вы сами не увидите, что это была игла Губера, и куда вы там сходили, какой иголочкой этот порт покололи, обычная игла, обычное сечение, она делает стружку такую из пленки, и она рвет эту крышечку. А игла Губера, она специально заточена, она имеет небольшой изгиб, и поэтому она как бы раздвигает ткани. Использование таких игл фактически бесконечно. По-моему, я услышала цифру 2000 раз. Возможно, прокалывание вот этими иглами вот одной и той же крышечки от порта. Они бывают совершенно разного диаметра. Я уже говорила, что порт можно установить человеку любой комплектации и любого возраста. Ну и промывание. Естественно, тоже частый вопрос, что же с ним сделать. Вот вы, например, закончили адъювантное лечение, да, и ушли от нас, ради бога, там на несколько лет или что-то, или длительное лечение. Как часто нужно приходить в клинику для того, чтобы заниматься этим портом? Естественно, сестра промывает всегда, когда вводит препараты. Естественно, когда переливание крови идет между препаратами. И нужно не чаще одного раза в 8 недель, а то и реже. Сейчас уже существует и такой опыт. То есть один раз в 2 месяца нужно подойти к сестре, чтобы она промыла этот порт. Промывается физраствором. Гепарин здесь не нужен. Вот. Ну и иглы, значит, непрерывное лечение, замену иглы на новую каждые 96 часов. Я уже говорила, что есть различные длительности схемы химиотерапии, есть 4-суточные, 5-суточные, да, то есть если это необходимо, то через 5 суток есть вообще бесконечная химиотерапия внутривенная, то эту иголочку нужно будет поменять. Используются шприцы. Маленький шприц нельзя, потому что произойдет отрыв порта вот этого катетера. И шприц не менее 10 мл, ну и, естественно, он физраствором. Импульсно, то есть такими движениями. Когда вы должны насторожиться, что у вас появилась болезненность, покраснение, отек в области порта, какие-то неприятные ощущения во время введения препарата, озноб и повышение температуры уже после использования порта, то есть если вы домой ушли, и появление припухлости, ну и отсутствие аспирации венозной крови, то есть тогда, когда сестра перед тем, как ввести препарат, она всегда немножечко кровь на себя забирает. Да? То есть если вот этой крови не поступает в шприц, то нужно немножко задуматься и просто пообщаться с хирургом, который устанавливал порт. Существует крайне редко приходится на самом деле удалять порт. Существуют способы для его промывки, для восстановления его функции. Каждой системе порта выдаются по такие памятки. То есть вы можете туда записывать, когда и что вам вводилось, какое время, какие препараты. Это не обязательно делает медсестра. Вы можете сами написать. У меня сегодня была химия, ввели такой-то препарат. То есть вы с этой книжечкой можете поехать на отдых, к себе домой. У нас же много иногородних пациентов, например, лечится. И у вас всегда перед глазами есть вот этот вот лист процедуры использования вашего порта. Ну, еще какие тонкости у нас есть, я уже заканчиваю, в принципе. Значит, я вам рассказывала о том, что сроки введения препаратов, они бывают различные. Есть минутные, есть там 5-минутные, есть часовые, есть многосуточные. Естественно, существует вот такая вот техника. Называется она по-разному, перфузоры, инфузоматы. Они позволяют нам установить срок введения препарата на определенное время. Если это нужно, там 30 минут так, через 30 минут другая скорость, там и так далее. Это стационарные, и есть вот такие вот инфузоры, или вы их чашками называете, по-моему, когда пациент вешается на шею, и он, в принципе, мобилен. То есть если убрать это под одежду, то никто и не заметит, что что-то с пациентом происходит. Непрерывная инфузия в течение суток, 2, 4, 5. Спасибо, вы очень внимательная публика, извините, да. Вот. И я готова ответить на ваши вопросы, пока я их жду. Вот еще такая информация, можете пока читать. Если какие-то вопросы возникли, я готова на них ответить.
Елена Викторовна, спасибо большое за очень такой обстоятельный доклад. Я хотела вот еще раз акцентировать ваше внимание. Первое. Так, когда, предположим, уже завершена адъювантная химиотерапия, как нужно, вот нужно ли как-то ухаживать за венами, или же, например, больному проводится химиотерапия, вот какие вот минимальные, предположим, вот что с утра вот пациент проснулся, что он может сделать, нужна ли какая-то зарядка, нужны ли какие-то мази, которые можно использовать, это вот первый вопрос, вот, наиболее часто задаваемый. Это при использовании вен или порта? Это когда вен, когда это проводится когда химиотерапия. Вен, да. То есть если мы используем просто вену, например, катетер, и нам нужно иголочкой попасть в эту вену, выпить жидкости большое количество, сколько вы можете, пол-литра, литр, держать руки в тепле и, естественно, держать руки, стараться вниз, держать, работать эспандером, то есть и надеть, может быть, какой-то свитер, чтобы венка была в тепле, чтобы усилить приток крови к этой вене. Это подготовка. После того, как вы закончили лечение, у людей уже через год, через два после того, как они перенесли лечение, нет вен. Не могут прийти просто элементарно сдать кровь на... Но это то, с чего я и начала. К сожалению, вены мы испортили уже ваши вены, поэтому мы, в принципе, сделать ничего нельзя. По большому счету ничего нельзя. Поэтому мы и говорим о том, чтобы вы знали, что вот такие вот вещи, они желательно их устанавливать до начала лечения, даже до адъювантного лечения, до того, как уже все случилось. Потом, если вы... Вы знаете, у меня была в жизни ситуация, я несколько раз были вынуждены отказывать во внутривенном введении, потому что нет доступа в принципе. Никакого доступа нет, да. То есть если только устанавливать порт, и то не всегда. Я не все картинки вам могу показать, к сожалению. Даже порт не всегда нужно устанавливать. Береги честь с молоду, а вены с самого начала. Фактически нет. То есть мазями всеми этими мы пользуемся только для лечения. Начало воспаления, начало лечения, да, вернуть венам прежний вид фактически невозможно. Там происходит их склерозирование, и вот такие доступные вены вы, к сожалению, уже не получите никогда. Можно тренировать. Извините, пожалуйста, а можно микрофон, а то без микрофона не будет слышно. Еще вопросы будут? Гепарин здесь не поможет. После забора крови гепарин, к сожалению, не поможет. Елена Викторовна, подскажите, пожалуйста, вот для каких лекарственных препаратов, вот вы говорили длительные инфузии, для каких схем вот наиболее предпочтительно вот пациентам устанавливать порты? Вот даже если взять, например, колоректальный рак, пациенты нуждаются в определенной химиотерапии FOLFOX. Вот чем это обусловлено? Вот расскажите, пожалуйста. Да, пожалуйста, конечно. И при опухолях толстой кишки действительно мы проводим адъювантную либо профилактическую химиотерапию каждые 2 недели. То есть 2 суток у больного висит инфузор, 2 суток он капается, и следующий цикл химиотерапии будет через 2 недели в течение полугода. Это только адъювантная, то есть профилактическая химиотерапия. Но сейчас появилась еще группа пациентов, например, это вот адъювантное лечение. Молочная железа, еженедельный паклитоксел. Ведь это же тоже раз в неделю для паклитоксела нужно вену уколоть. Мы когда только появились вот эти вот еженедельные паклитокселы, я разговаривала как-то с немецким, по-моему, профессором, я говорю, а как вы с этим справляетесь? То есть он даже не понял вопроса. То есть у них порт устанавливается, и вот эта вот доступность вены, боли по вене, у них этого вопроса не возникает. И еще одна тонкость. Я когда готовилась вот к этой презентации, перерыла массу литературы, на самом деле, да. И знаете, вдруг осознала, какую вещь. В зарубежной литературе нет информации по лечению вот этих осложнений. У них их нет. Они изначально устанавливают порт, и все. И у кого нет проблем. Да, да. А у нас уже всех нас загубили. Когда вена уже испорчена, если, не дай бог, понадобится еще раз уже... Можно будет установить порт? Если место для установки порта доступно, то да, конечно. Единственная очень большая проблема может возникнуть действительно у пациентов с опухолями головы, шеи, то есть, да, там, у которых идет отек и поражение вот этих частей, верхней, да, шея, голова. Вот. И то это доступно, это возможно. То есть есть несколько ситуаций, когда этот порт установить нельзя. Если вы уже когда-то закончили адъювантную терапию, и не дай бог вам снова понадобилась наша помощь, и вены недоступны, и вы больше не хотите так мучиться, порт установить можно. А вот если после 7-8 лет порт удаляется,
Например, да. Можно я сидеть? Ну, конечно. Если по истечении вот 5-8 лет порт удаляется, и есть необходимость снова химиотерапии, снова на это место, конечно, другой порт ставится? Конечно, да. Вена вещь эластичная, спасибо. Пожалуйста, да. Просто нужно в правильное место поставить, потому что, чтобы не было там ни пролежней, ни заворотов, то есть хирурги это все знают. Это не все хирурги, не все врачи это умеют и не все это знают, поэтому это специально обученные, естественно, хирурги. Не очень сложная манипуляция, но тонкости есть. Есть только специально обученные врачи, которые, как правило, это сочетание хирурга и анестезиолога. Это те люди, которые умеют такие вещи делать изначально. Елена Викторовна, а вот стоимость порта, вы можете сказать? И да, вот у меня тоже вопрос как раз по этому поводу. Я не рекламный как бы агент, да, поэтому я не хочу. Может быть, Роман Владимирович ответит на этот. У нас есть... Подождите минуточку, да, можно я спрошу? Да, конечно. Как раз по этому поводу, не по стоимости. Я так понимаю, то, что вы говорите про порт, он не входит ни в какой ОМС, это платное. Пока не можем добиться. Все понятно. Да, к сожалению, да. Нет, я не могу рекламировать, да. Я просто вам рассказываю, чтобы вы знали, какие вещи существуют в мире, да. По стоимости это не ко мне. И у меня еще буквально один вопрос. Все-таки, если я правильно, вот и как я всегда говорю, если что-то случается с веном, первое, конечно, нужно обратиться к онкологу. Да, конечно, самолечением да, лучше да, не заниматься, не останавливать нет, те спиртовые компрессы, о которых вы говорили, да. Что первым делом нужно обратиться всегда к своему врачу, Чтобы первому донести эту информацию. Если недоступен, предположим, сам онколог, то хотя бы вызвать первым делом скорую помощь, если это экстренная ситуация, да. Терпящие, обратиться в поликлинику или же, ну, самое лучшее, конечно, к онкологу. Ну, вы понимаете, на отделении ведь не один врач работает. Конечно. То есть, если это возникло, ну, если вы вдруг не ночью в 24 часа вспомнили о том, что у вас что-то там случилось, наверное, ночью, да, вы будете звонить в скорую, а в течение дня можно найти своего врача или свою медсестру, которые знают, что с вами делали, что вам вводили, какие препараты, с какой скоростью там и так далее, и чего возможно ожидать. Врачу сообщить в первую очередь. Вот еще самое сложное для инфекции. Не все знают, наверное, даже не так врачи, что есть такие порты. Да, да. Извините, вот я, например, с Калининграда, у нас онкология очень тяжело. Я смотрю, здесь каждый второй оттуда же не знают, скорее всего, про эти порты. Вот как за ними ухаживать, если каждые 8 недель придется приезжать сюда, мыть его? Я отвечу на ваш вопрос. То есть... Конечно, для иногородних это очень сложно, но дело в том, что у нас организованы точно такие же информационные, не точно такие же, но с врачебным подходом информационные курсы, и для врачей мы ездим по стране, рассказываем и сестрам, и врачам на местах, как за этим ухаживать. Вот, поэтому, если в Калининграде есть необходимость, мы готовы туда приехать и рассказать об этой ситуации. Вы знаете, за рубежом, где эти порты используют уже давно, там даже пациенты научились, то есть они вот как бы сами ухаживают, промывают эти. К сожалению, но я думаю, что научить медсестру промывать – это не проблема. Было бы желание. Правда, было бы желание. Самое главное – иметь вот эти вот иглы Губера и физраствор. Все, больше ничего не нужно. Это сложно или это не это сложно? Это не сложно. Это не сложно. Они есть, да, они продаются, они как бы в упаковке их много. Как правило, при установке эти вопросы решаются. Они не так часто у вас меняются, эти иглы. Естественно, на каждую манипуляцию отдельная игла. Нужно вместе с портом приобретать, да? Да, иглы. И вместе с портом, и отдельно тоже, да. Угу.